только я успела посетовать, что после Даррелла-то никто хорошей литературы про путешествия животных не пишет, как Рыбалцовский прислал мне книгу, прочитав которую, я испытала как раз то самое забытое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Ручей Кахинхинского дракона из тех книг, которые не просто описывают какие-то события. Они делают это так живо, что тебе кажется, что ты сам попал туда. Это текст, написанный в лучших традициях натуралистов, поехавших на край света. Не так уж часто бывает, чтобы люди, которые видели таких потрясающих животных, писали о них таким потрясающе живым языком. Не пропускайте. Это практически такое же удовольствие, как видеть их своими глазами. Когда ты читаешь, начинаешь понимать, что испытывал юный Рыбалцовский, когда бродил среди всего вот этого юго-восточно-азиатского великолепия. Читайте. Природа исчезает, тексты вечны. Действительно, эта история только начинается, и я вам даже завидую, потому что я ее уже знаю, а вам еще предстоит ее услышать и увидеть перед своими глазами. Все те истории, которые я рассказывал вам раньше, были не больше, чем байки. А вот настоящие приключения начинаются только сейчас. Настоящие приключения в первичных лесах Юго-Восточной Азии, где бродили ученые-звероловы в тех местах, куда еще не ступала нога европейца. И те невероятные открытия, которые мы совершали, я до сих пор их чувствую. Мы открыли проект на планете, проект запущен, работает, и даже я был потрясен, Роман Ерохин уже успел приобрести экземпляр книги, я не знаю, как он узнал о проекте, но сразу же, буквально в первые минуты запуска проекта. Роман, спасибо. Поэтому все ссылки в описании ролика, ссылка на проект на планете, переходите на планету, там интересно, мы придумали всяких подарков для вас, я думаю, вам тоже будет приятно. Ссылка на нашу группу ВКонтакте «Последний ручей Кахинхинского дракона», там тоже будут все новости. И не забывайте, что перепосты, ссылки на эти группы, они очень важны для проекта, и не только вы, но и другие, кто еще не знает об этой книге, могут таким образом ее получить. Так что ждем окончание проекта, будем держать вас в курсе. Приходите, мы действительно вас ждем. Ну и идей на будущее, как всегда, у нас очень много. Я все время что-то придумываю новое. И личное, напоследок. Ольге Клименко, Ивану Аринину, Келли Крок, туда заходить даже не нужно. Вам все уже отложено, все предусмотрено, и вы получите это, как только книга выйдет из типографии, и все наши подарочки, все наши ништячки и красивые фантики придут к вам. Все, ребята, пока, приходите к нам, мы будем рады. Счастливо!